Храм Артемиды. Храм, посвященный греческой богине-охотнице Артемиде, был построен в 800 году до н.э. и впоследствии несколько раз перестраивался. Во время сражения за город Эфес в 550 году до н.э. храм был разрушен. Крёс, царь Лидии, завоевавший город, пожертвовал деньги на восстановление храма. Новый храм возвели целиком из мрамора. Отовсюду стекались люди, чтобы посмотреть на это удивительное здание. Но в 356 году до н.э. случилось несчастье. Ночью 21 июля Герострат, молодой грек, желавший во что бы то ни стало прославиться, сжег храм. Согласно преданию, именно в эту ночь Артемида была слишком занята, присматривая за рождением Александра Великого, Македонского, и не смогла защитить посвященный ей храм.